Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. Начну-ка я сегодня, пожалуй, с арены. Так, у меня 4 перчатки. На каком я месте нахожусь? На 9 в данный момент. Так, для того, чтобы получить 50 орехов, нам нужно с тобой 21 герб. Ну что, поехали, друзья мои, поехали. Потратим с тобой все эти 4 перчатки. Попробуем набить немножко гербов. Подняться, естественно, по рангу. Ё-моё. Так, у меня здесь где-то коллекция уже собрана. Разве я такой побеждал? Нет, не такой, друзья мои. Нам здесь кое-что нужно заменить. Нам надо поставить игру... Не ты, грушу. Так. И, скорее всего, мины. Мины я буду ставить. Хотя можно и орех влепить сюда. Но и мины тоже не стоит забывать. Где же они? Вот, мины. Может быть, даже не одну мину, а лучше две. Ну, я еще имею в виду вот эту вот самую простенькую. Хотя... Фиг его знает, как тут лучше, если честно. Я даже не знаю. Может быть, еще заморозку взять? А зачем нам заморозка? Ну, ладно, ребят, пока вот так вот, я думаю, наверное, оставим все как есть, да? А может быть, вот этого еще возьмем? Все, поехали. Рискнем, так сказать. Ну, если мы вот этих вот выставим сюда. Поехали, короче. Тут уже будем все делать в процессе. Просто началось, да? Началось, ребятушки. Ну, а как бы, а как ты хотел? Как-то по-другому? Никак. Слушай, их тут очень много. Давай, груша, бомби. Так, мина пошла. Этих высаживаем. Катапульты. Вот. Пока как-то вот таким вот образом будем с тобой обороняться. Груша, давай, что там стоишь-то? Просто так, на месте. И ничего не делает. Катапульты. Давай вот этого сюда выставим. Ну, естественно, грушу. Опять же. Мины. Вперед. Так, этого мы поставим сюда. Что тут происходит? Я ничего не понимаю, ребят. Я ничего не вижу. Я вижу только взрывы, хлопки. Вот, сам понимаешь, да? Ах ты! Ёлки-палки, ты посмотри, что тут-то происходит. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, меня тут просто раздавливает. Давай срочно вот так вот сделаем. Так, нам выпала удобряшка. Нам выпало с тобой удобрение. Так, тихо, ребята. Оставим в сумочную катапульту. Слушай, в принципе, я не знаю, ребят, мы как там по очкам? Мне некогда просто туда даже глянуть сейчас в данный момент. Ты смотри, какая тут заваруха происходит. Поэтому я отбиваюсь просто-напросто изо всех сил. Грушу сюда поставим. Так, мину. Давай быстрее плодись. Еще раз. Ага, не успел. Не успел, ребята, еще раз поставить мину одну. Так, сумеречное наше растение. Катапульты. И... Так, что у нас там по очкам, ребят? По-моему, пока нормуль, да? Вроде бы побеждаем. Вроде бы побеждаем. Итого, ребята, 706 тысяч очков против 481 тысячи. Да, если бы у меня была бы вот эта лоза, я думаю, было бы все великолепно. Мы с тобой зарабатываем еще одну перчатку, и это круто на самом деле. Потому что мы сможем еще с тобой подраться, а если мы с тобой подеремся и победим, то 5 гербов мы с тобой получим. Ну что, поехали тогда за конфетками. Кстати, ты заметил, у меня 104 конфеты. Это означает, что если будет какая-то новая мята разыгрываться в ближайшее время, мы ее сразу же с тобой купим. Потому что каждая мята стоит 100 конфет. Ну что, я думаю, колода, в принципе, неплохая у меня сейчас взята. И, наверное, мы все-таки ее с тобой и оставим. Будем именно ей играть. Да? Я думаю, что да. Так, начинается вот так. Let's rock. И, как говорится, вперед. Как говорится, вперед. Сразу же, да, естественно, начинает вот эту вот шелупень тут всякая падать. Никуда от этого не денешься. Соответственно, сразу же удобрение тратим.
всякие кабачки, баклажаны, в общем, весь набор. Давай вот так вот сделаем. Сумеречные катапульты. Этих ребят лучше ставить, конечно же, вперед, потому что они могут уничтожать эти зомби. Они их просто затягивают под землю, если кто не знал. Так, давай вот так вот сюда кабачок лепим. Вот, пускай они там находятся все. Так, мину надо ставить, ребята, в самом начале. Там, где их очень много, где их не скопление, чтобы сразу наносить как можно больше урона. Блин, эти инди-зомби тут еще ползут. Давай, наверное, сделаем с тобой так и вот так. Ё-моёшечки. Что-то хочу поставить и некуда влепить просто-напросто уже, понимаешь? Все забили здесь. Так, груши работают нормально. Ну, это не груши на самом деле. Сам знаешь, кто это, да? Так, вот сюда вот поставим, наверное, с тобой. Вау, там что происходит? Сюда вот поставим кабачок. Я грушу и кабачок, ёлки-палки. Совсем одно и то же, да? Нашел, как обозвать их. Что, мы пока с тобой проигрываем, да? Ребят, немножко проигрываем по очкам. Надеюсь, я успею выровняться. Но вопрос, конечно, очень такой деликатный. Сможем ли мы с тобой здесь выровняться? Так, давай плодить. Ты смотри, что там делается. Ребята, внизу идет гаргантюа хабисевая. Механическая вот эта вот. Сможем ли мы ее... Да, в принципе, как бы сможем. Сможем отбиться здесь. А, мы уже все, ребят, по времени. Слушай, ну я тебе скажу одно. Мы здесь победили. Угу. Слушай, хотя противник был хорош. Ну, посмотри, какие у него растения. Да какая еще и прокачка суперская. Так что мы тут чудом как-то успели. Может быть, за счет наших мин. Может быть, мы правильно с тобой просто как бы сделали. В общем, сам видишь, результат пока идет отличный. И мы с тобой продвигаемся дальше. У нас еще 4 боя. Мы с тобой можем заработать вот эти вот 3 пиньяты. Поверь мне, пиньяты — это тоже очень хорошо, потому что в них находятся растения. Соответственно, мы с тобой собираем растения и прокачиваем их, они становятся сильнее. Соответственно, мы можем с тобой лучше и эффективнее в дальнейшем воевать. Не буду, ребят, пока ничего менять. Все меня вполне устраивает. Будем придерживаться пока этой тактики. Как только нас кто-нибудь сможет победить, уже будем отсюда, ребят, смотреть, что не так, что там не то, какие у нас тут ошибки. Вот здесь вот большой риск, ребята, вот здесь вот изначально идет у нас, на самом деле. Потому что, видишь, вот начинают они выпадать, вот эти вот зомби. И сам видишь, что происходит. Сам видишь, что происходит. Они сразу же тут меня, в принципе, разбомбили. Давай его сюда вот поставим. Это, конечно, все хорошо, но немножко неэффективно у меня в данный момент пошло. Пошло неэффективно. Так, бомбим. Кабачок сюда поставим. Деревьюшка пускай там обита. В плане, почему у меня... Что-то тут происходит не то совсем. Совсем не то, ребят. Мы как, справляемся хоть? Даже некогда просто глянуть. Элементарно посмотреть, что там происходит. Потому что, ну, заваруха, будь здоров. Так, кабачок. Давай с тобой вот этот цветок лунный поставим сюда. А почему он под защитой? Под какой-то, видишь? Какая-то защита у нас на цветочках здесь стоит. Я не знаю, с чего она вдруг появилась здесь. Так, а по очкам пока ведем, ребята. Но, сам понимаешь, радоваться пока еще рано. Давай, наверное, минус с тобой вот этот вот сделаем дубляж. Плюс вот сюда вот прям в куче сделаем еще. О, вот чем мне и бесят вот эти вот гаргантюа роботы, что они издалека уничтожают мои растения. Это очень-очень бесяво. Это очень бесяво. Так, сумеречная катапульта пускай бомбит там. Я еле-еле, ребят, справляюсь. Еле на пределе, грубо говоря, да? Играем с тобой. Давай вот сюда вот влепим. Кабачок сюда поставим. Так, тут все взрывы. Все как полагается. Давай вот сюда вот сделаем. Прям под ноги врагам. Так, солнышко, это хорошо. Что у нас там? Время кончается. Ребята, мы чуть-чуть с тобой опережаем нашего... Да, мы выиграли. Фух. Просто некогда туда на самом деле смотреть, когда такая вот битва идет. Не на шутку. И смотри. Мои растения все равно здесь слабее. И я, как видишь, одержал победу. Да. Так, ну что, мы с тобой зарабатываем 3 пиньяты. Следующая награда — 3000 голды.
Оу, 20 штук. Теневой горохострел. Слушай, ну это прикольно. Так, это у нас солнечный томат. Солнечный томат. И все? Че так плохенько-то? Дали бы что-нибудь посерьезнее, побольше. Ну ладно, ребят. Даренному коню в зубы, как говорится, не смотрят. У нас с тобой 3 перчатки, то есть мы можем с тобой еще получить 3000 голды и 3 пиньяты. Хотелось бы, конечно, получить 10 пиньят. И, кстати, заметь, я уже в золотой лиге. Да-да, если ты не увидел, то вот, в золотой я. Ну что, поехали. Я просто на самом деле хочу получить 50 орехов, чтобы его открыть себе уже. Маркадемию, если кто не знает. Слушай, я думаю, что ты со мной согласишься, да? И то, что у меня здесь сделано, в принципе, играбельно все. Да? В принципе, все играбельно. Мы можем с тобой сделать вот так. Сделать, ну, предположим, мин влепить сюда сразу же, да? Чтобы на ранней стадии просто их всех бомбануть. Я думаю, это будет неплохо. И, конечно же, ну, вот так вот. Вот так вот этого будет достаточно. Let's rock, погнали. Окей. Сейчас эти вывалятся тут, и мы сразу, ребят, накажем. Сразу будут взрывы. Сразу будет веселуха. Бумс, все. Ну, ты видишь сам, они не успокаиваются. Они продолжают атаковать нас. А мы продолжаем отбиваться от них. Так, что нам тут? Лунный цветок? Ну, давай поставим сюда один лунный цветок. А мина есть? Есть мина. Вот мы ее, естественно, будем дублировать. Сюда сумеречную катапульту, кабачок и наш сельдерей. Пускай они тоже, ребята, атакуют. В чем преимущество сельдерея? Я ставлю один сельдерейчик, а вместо него появляется еще два. То есть он дублируется. Так же, как и мина. Ох, елки-палки, а мы с тобой проигрываем, если честно. По очкам я только сейчас увидел, ребята. Успел глянуть на этот хаос. И да, мы с тобой пока проигрываем. Не очень, конечно, сильно, но есть такое дело. Есть такой грешок. Так, мину, мину, мину. Мне вот сюда срочно мину надо. Вот, спасибо большое. Я буду... Хотел сказать, я буду плодить мину, и ничего не получается, потому что она у меня уже истрачена. Она у меня истрачена. Так, давай ее сюда вот влепим. Чего не хватает? Чего-то, ребята, не хватает. А, финансов, может быть, не хватает нам, да? Чтобы... Вот, вот, вот мину мы сейчас с тобой сделаем. Дублируемся. Все, как полагается, кабачок, эй. Дави, 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 дави этих олухов. Куда же он там побежал, а? Все-таки успели, да, мне катапульточку испохабить одну. Так, друзья мои, 10 секунд. Либо успеваем, либо не успеваем. Либо мы выигрываем, либо мы проигрываем. Тут третьего не дано. И того, ребята, мы с вами выиграли. Так, противник был хорош, на самом деле. Хорош, но недостаточно. А мы с тобой зарабатываем 3000 голды. Я этому очень рад. Я надеюсь, ты тоже за меня порадуешься. И мы с тобой двигаемся дальше. У нас 2 перчатки еще остается, по-моему, да? 2 перчатки, есть возможность заработать 3 пиньяты. Блин, я на 8-м месте. Что-то тут как-то в этой лиге очень ребята жестко лютуют. Бегут прям сломя голову. Кстати, нам еще одну победу, мы с тобой заработаем 50 орехов. А 50 орехов, если я получу, по-моему, я смогу орех этот открыть. Хотя я могу ошибаться. Так, забираем с тобой здесь награды. Так, 26 гемов и еще плюс конфетки. 2 штуки. Так, ребятушки, у нас 2 перчатки. Нам нужно еще с тобой сделать 2 победы. Поехали. Слушай, ну в принципе... Тактика очень даже неплохая у нас здесь. Я, наверное, ничего менять не буду, пока, как я уже говорил, выигрываем. Оставляем все как есть. Так, давай-ка мы с тобой сделаем так. Сюда, ну, естественно, мины, которые нас тут будут очень сильно выручать. Окей. И, в принципе, все. Пока ничего больше нам делать здесь не нужно. Единственное, что вот так я хочу сделать. Сразу сделать дубляж. Давайте, давайте, взрывайтесь. Так, сумочные катапульты. Все будет у нас хорошо. Так, кабачок давай сюда поставим, наверное. А этот вот сюда.
сразу же мины. Где зомби, ребята, есть вот скопление? Мину лучше ставить им прям под ноги, так скажем. Прям вот под ноги, чтобы они вот на ранней стадии взрывались. И то же самое касается и сельдерея нашего. Так, кабачок, сумрачный катапульт, пускай бомбят. Вот здесь проблема вот в этих вот малышах, которых они сбрасывают постоянно. Они очень сильно здесь нервируют. Так, ты посмотри, что делает, а? Этот охламон только уничтожает, естественно, со своим бластером. Давай, мы будем с тобой ставить наши лунные вот эти вот растения, да? Кабачок сюда влепим. Вот смотри, что творит. Я только поставлю, он бац, уничтожает. Оу, а почему мы с тобой идем на проигрыш? Что не так? Ну, правильно, я, кажется, понял, ребята, в чем проблема. Кажется, понял, да, сейчас будем это все дело исправлять с тобой. По мере возможности, если получится, конечно, у нас. Кабачок поставим сюда. Ох, ё-моё, ребята, я не знаю, как у нас тут получится ли оторваться. Противник нас просто опережает со скоростью света. Я даже не уверен, что у меня получится что-то здесь поменять, ребят. Очень-очень все паршивенько. Я бы даже сказал, хуже некуда. У него уже почти лям. Это 700 тысяч уже. У него 700 тысяч. Это каким же ты, извини меня, образом это все сделал? Объясни-ка мне на милость. Что ты там сделал такого супер-пупер? Я не знаю, как это даже назвать. Что ты вот так вот 700... Ребят, 6 секунд. Я не успею. Я не успею его опередить. Да, мне понимаешь, тут еще в чем проблема? Мне дали одних вот этих вот здоровых гаргантюа, и все. Смотри, да у него ничего здесь не было по армии. Просто ему надавали кучу лоховских зомбарей. Вот если честно быть, да? Кучу лоховских зомбарей. Ага, ну в принципе я достиг своей цели. Я хотел получить 50 орехов, и я получил. И сможем ли мы их открыть? Да, друзья мои. Да, мы с тобой откроем орех. Так. То есть я вот думаю, стоит ли его вообще брать сейчас в данный момент в команду к себе или нет. Наверное, нет. Я все-таки хочу, ребята, получить вот эти вот 3 пиньяты. Понимаешь, они мне нужны. Я хочу просто глянуть, что там у нас будет все-таки в конце концов. Гемов больше у меня нету, да? Бриллиантов я их все потратил, ребята. Так что будем довольствоваться тем, что у нас с тобой есть. Может быть, вот эти мины взять, а? Вместо кабачка взять вот этих мины. Нет. Или да. Может быть, вот так вот сделать? Не знаю, ребят, попробуем такую вот тактику. Будут у нас вот такие вот мины. Это, слава богу, 6 уровня. Я думаю, дамаг будет приличный. Нам же тут нужно с тобой урон все-таки наносить. Давай вот так вот сделаем. Они стоят чуть-чуть подешевле. Так, поехали. И будем сразу же... А сразу же не получится. Чё вы замерли? Эй, вы вылупляться-то будете или нет? Зашибись. Еще нужно было, оказывается, подождать какое-то определенное количество времени. С какого вдруг, блин, перепуга? Давай. Давай делать так. Сумрачные катапульты в атаку. Конечно же. И сразу вот сейчас пойдут эти гаргантюахи. И вот начнется тут. Он начнет выжигать, естественно, все мои растения издалека. Тут уже почему-то катапульты у нас уже, точнее не катапульты, а эти сработали у меня. То есть как-то эти охламоны успели, умудрились пробежать. Каким, блин, образом? Я не успеваю здесь, конечно же, все это контролировать, весь этот процесс. Смотреть туда-сюда, где там кто идет. Я просто что вижу, ребята, что первый попадается мне на глаза, то и выставляю. Как бы вот так вот. В данный момент немножечко мы с тобой опережаем нашего противника. Совсем чуть-чуть. Давай сюда вот поставим, наверное. Мины везде ставить надо. Пускай они стоят. Лишними они уж точно не будут, поверь мне. Давай плодить. Так. Теневой горохострел тоже пускай шпарит. Сколько там? 37 секунд, ребята. 37 секунд. Давай выставлять сюда мину. Так, солнечную катапульту. У меня хватит сейчас как раз, ребят, на мину картофельную. На улучшенную, да? На улучшенную. Давай сюда ее поставим. Фу, ну что я тебе скажу. Пиньятушки мы с тобой получим. Пиньятушки мы с тобой заработаем. Вот смотри, видишь? Опять какой-то косяк идет. Они мне не дают зомби. Они мне нужны, но они не дают их как специально.
И видишь, сколько я уже заработал? Вот сейчас я заработал нормальное количество убийств. 829 тысяч. Все зависит от того, все-таки какие на тебе зомби идут и сколько их идет. Здесь было меньше всего роботов Гаргантюан, да? Обычных зомби, поэтому я и заработал здесь прилично. Ну что же, три пиньятки я хотел, и я их получил. Сейчас мы вскроем и посмотрим, что мы здесь с тобой найдем. Так, лунный цветок. Очень хорошо. Так, сумеречные катапульты. Это тоже, ребята, классно. И все? Ну, что-то вы совсем, совсем зажадничали. Но, тем не менее. Так, перчаток больше нет. И я хочу все-таки открыть уже растение это, которое мы с тобой получили. А именно маркадемию. Это орех ночной. Вот он, друзья мои, наконец-то. Значит, все-таки не зря это было. Ребята, мы его получили. Первого пока он уровня, но ничего страшного. Возможно, со временем мы его прокачаем. У нас 9000 с тобой голды. Мы можем кого-то прокачать, если есть такая возможность. Но я пока не вижу. Пенек закрыт. Это все закрыто у нас. Хотя кто-то вроде бы как подсвечивался. Я видел, что у кого-то мог прокачать. А, ну вот, Виолет, например, можно прокачать за 5000. Вопрос только в том, нужен ли он нам. Ладно, так уж и быть, давай прокачаем. Хотя нет, ребят, нет, не буду я его пока трогать. У нас есть еще с тобой Пенни Пурсует. Давай зайдем сюда. Я немножко уже тут повоевал, и я хочу сейчас... Ага, у нас босс. У нас с тобой босс, и если я не ошибаюсь, это Ледниковый период. И мне с ним очень тяжело здесь драться. Да, Ледниковый период. Твою же налево, блин, зря я взял второй уровень сложности. Я на первом-то его пройти не смог. Додумался тоже. Ну, я не знаю, давай, наверное, вот это вот возьмем. Что это такое, взрывы какие-то? Вот они, эти Гаргантюа. И тут надо уже думать. По идее, нужно брать огненных. Огненных растений, потому что он будет замораживать нам, да, все дела. Так, возьму огненные растения у нас что? Ну, у нас катапульта есть огненная. Так, дальше. Вот этот. Но есть еще бомба, есть вот этот вот, да, стручок. И все, что ли? А, вру, друзья мои, у нас есть еще горохострел огненный. Вот как вот тут вот быть, а? Может быть, мину не надо брать? Мину не надо брать, а что вместо мины взять? Какое-то другое растение. Свеклу. А, ну можно вот так вот взять лавуговую. Ладно, ребят, попробуем. Ну, я больше чем уверен, что здесь вряд ли смогу победить. Вряд ли. Так, выставим с тобой пеперпульты эти. Горохострелы. Так, так. И вот так. Поехали. Блин, я только сейчас вспомнил, чего я не взял. Хотя, вроде энергии здесь и так будет падать, солнечная, в избытке. Что он там? О, рогатку свою подготавливает. Да, энергия тут и так падает, отлично. Ну-ка, нет, пока не хочу я, ребят, тратить. Что там заглючило? А, мы его бомбим, да? Ну-ка, дай-ка я вжарю. Фиг пробьешь, да? Как говорится. Что там за чирикало? Эй! А что так быстро-то? Ну, я тебе говорил, что зря я взял второй уровень сложности. Тут и на первом-то хватает жести. Тут и на первом хватает жести, да? Думался тоже влепить. Твою же налево, а. Так, бобры, давайте уничтожать этих зомби всех. Нет, это не варик. Че я ему? Я ему урона-то и не нанес практически, нисколечко. Даже если я вот это вот поставлю, ну что это мне? Да ничего. Вот если бы было бы у нас под ультой, вот это растение, да? Горохострел огненный.
Было бы, конечно, намного все лучше, потому что мы могли бы прожигать с тобой землю. Но тут этого нам не видать с тобой. Просто не видать и все. Так. И даже, я так думаю, если я буду теневые растения здесь использовать, то тоже никакого эффекта нам здесь не даст. Одним словом, бесполезно. Бесполезно, просто фейл, вот и все. Просто фейл, ребята. Зря потратил 5 зарядов аккумулятора. Вот и все. Могу даже проверить все тут, хоть ты тут тресни. А, как ты видишь, мне даже удобряшек здесь не дают. Были бы хотя бы удобрения еще, я бы мог прожигать, а их нету. Фу, вот тебе и все. Тебе весь ответ на копейку. Как хочешь, так исправляйся. Жаль. Ладно, возьмем с тобой, наверное, первый уровень сложности после вот этого всего дела. Хотя я и первый тоже не смог пройти. Я и первый не смог тогда пройти. Вот что вы прете, зомби, а? Никчемные. А может быть попробовать, знаешь, как сыграть? На теневых растениях. Есть одна у меня задумочка. А сыграть на теневых растениях. Так, нет, я этого не буду, ребят. Естественно, я буду все это пропускать. 1700 я получил. Ну, это как бы минималка, да, наша, скажем так. Окей. И сейчас я хочу кое-что попробовать. Ну, я не знаю, получится или нет. Надо будет брать с собой парочку, наверное, даже одно огненное растение. Одно. И это будет, скорее всего, грохострел огненный. И остальное все будет на теневых. Как бы, ну, хочется мне посмотреть, получится вот то, что я задумываю, или нет. Вот что такое? Бустер перк. А, наносит... Погоди, ё-моё! А я могу назад сделать? Нет? Я, наверное, не могу назад сделать. Уровень сложности-то, блин, я же не поменял, так все и осталось. Ладно, возьмем с тобой перец. А, тут есть... Угу. Зачем оно нам нужно? Так, я хотел, значит, на... сыграть на теневых. Возьмем с тобой лунный цветок. Катапульту. Так, мина, я не знаю, нужна. Ну, пускай будет мина. Так, чтобы нас согревало, будет вот это вот. И вот это, что ли? И что это мне даст? Я не знаю, ребят, что это мне даст, но попробовать можно. Ну, по крайней мере, стоит рискнуть. Поехали. Уровень сложности я забыл, ребят, поменять. Вот в чем проблема. Так, выставляем с тобой мины. Вот так вот. Здесь будут у нас теневые горохострелы стоять. Тут мы поставим сумрачные катапульты. Твою ж налево, совсем забыл. Блин. Господи, забыл. Вот, Рэй, ну как так-то, а? Как вот так вот ты мог забыть? Вот. Конечно же, нам нужны с тобой вот эти вот. Иначе их просто здесь всех заморозят. Вот и все. Угу. Ну что, попробуем? Ну, и мне кажется, никакого результата здесь не будет. Уровень сложности все равно зашканивает. Так, бомбим. Конечно же, бомбим. Ставим с тобой мины. Давай все это дело взрывать. Ну-ка. Что-то не сработало у нас, да? Как обычно, блин. Давай-давай-давай. Тут-то главное, чтобы не замерзло все. Тут главное, чтобы все не замерзло. Блин! Давай так вот. Есть. Не даем, ребята, ему расслабиться. Ох ты, сколько тут энергии там давали мне. Не даем расслабиться, естественно, бомбим его по-черному. Он опять закутался. Он опять закутался. Так, врубаем. Блин, ну врубаем, говорю. Окей. Так, он опять охлаждание свое, охлаждение врубил, блин. Так, жжем.
Что там у нас происходит? Опять что ли охлаждение врубаем? Ну да, опять охлаждение свое включает, ребята. Так, а что я туплю? У нас же есть, елки-палки. Я и совсем забыл, что у нас есть с тобой, оказывается, удобряшки уже. У нас с тобой уже есть удобряшки. Кстати, мы ему неплохо люлей втыкаем. Опять охлаждение пошло. Сколько там времени у вас? Времени не вижу, сколько там времени осталось. О, погнали. Так, активировали. Так, перчик мы, наверное, с тобой побережем пока. А все, друзья мои, мы с вами победили босса. Босс вон, в отключке. Вау. Шикарно, я тебе скажу, тут у нас идет все. Просто шикарно. И энергии куча, и деньги там даже выпадают. У босса просто нету шансов. И еще 45 секунд у нас с тобой в запасе. Окей. А, давай посмотрим, к чему это все приведет. Бумс, опять мы его подбили. Ха. Найс. Даже брюлики выпадают, прикинь. Активируем. Мы просто боссу не даем подняться. Он просто там что-то встает, мы его сразу в атаку. Что-то там собирается сделать, мы его сразу в атаку. Он сам себя охлаждает, мы его сейчас опять подобьем. Смотри, как это будет выглядеть. Бумс, и он опять упал. Круто, согласись. Слушай, ну все-таки не зря я поставил теневые. Они очень хорошо работают в паре с нашими огненными горохострелами, которые, естественно, не дают им замерзнуть. Вау. Да неужели? И что же я получаю здесь? Так, деньги. 2200, спасибо большое. Так, горохострел, 5 штук. Ух ты, как раз на прокачку хватает. Могилоед. 5 штук, спасибо большое. И теневой горохострел. Ай, шикарно, ребята. Ну, ты сам видел. Ты сам видел, что у меня здесь вышло. Я считаю, что это было очень даже прикольно. Квест комплит. Так, я забираюсь с собой. Надеюсь, 5 гемов. Да, 5 гемов. Так, ну что, ребята, у нас с вами тут есть конфетки. Но я не буду ради них тут драться. Сегодня неплохо мы повоевали. Так. Ай, красиво. Красиво, конечно, все было. Мне понравилось. Ради 4 гемов. Так, и мы можем с тобой. У нас 14 тысяч монет. Теперь я, наверное, все-таки позволю себе, да? Такую роскошь. Опачки. Как-то я не увидел, что малыша я могу прокачать. Да. Чуть было не пропустил мое маленькое привидение. Так, и что же тут еще? Какое растение-то у нас тут хотел? А, вот она, виолет, конечно же, ребята. Давай тоже улучшим. Так, ну, вроде бы и все, друзья мои, да? На сегодня мы с тобой сделали план. Открыли, наконец-то, орех, маркадемию. Плюс босса, зомбосса этого прошли. Да? Очень неплохо. Ну и на ринге надо будет сейчас, кстати, глянуть. На каком месте мы хоть находимся? На каком месте? На 7-м, друзья мои, на 7-м. Блин, ну в принципе тут можно и до троечки лидеров дойти. Если, например, завтра набить себе немножко перчаток, да? И, как говорится, бустануть. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.